Скажите, в чем может быть проблема? У меня температура 37-37,1, нет насморка, нет кашля, нет слизи. Да? Единственное, немного давит живот, гастрит и ревматозный. Как быть, куда плыть? Смотрите, если у нас имеется подъем температуры, а вот так вот вроде ни кашля, ни насморка, ничего нет, это говорит о том, что все-таки имеется наличие скрытой инфекции. И вот, пожалуйста, гастрит, немного давит живот. То есть проблема там, в кишечнике. Вот с кишечника вот эта вот инфекция и начинает потихонечку, знаете, завоевывать организм, так сказать, пробовать. А что, а как? Организм, в свою очередь, пытается подъемом температуры это все заглушить. Ну, вот эта вот борьба, если она слишком долго тянется, то получается, что организм потихонечку истощается, и дальше пошло-пошло. Так. Я вам ниже рацион привел, он очень хорошо влияет, я держусь, этот рацион уже 3 дня. А, рацион влияет 3 дня. Да, 3 дня рацион влияет. Чтобы рацион повлиял, ну, хотя бы 3 недельки. По крайней мере, за недельку вы почувствуете, как, черт, идет только настраивание вашей пищеварительной системы. Евгений Гитарный пишет. Капец, все говорят, чистка печени, чистка желчного пузыря и так далее. Зачем? Вопрос, зачем? Если нужно акцентировать внимание, на том, чтобы не мусорить. Кушайте в меру, жуйте 50 раз, и все будет хорошо. Кушайте нормальную еду и читать дальше. Каши, суп, все самое простое, натуральное, ничего чистить не надо. Я согласен с Евгением. Если мы с вами следим, это знаете, вот как за этим самым автомобилем, вы его приобрели новый, вы его заправляете тем, чем надо, вы делаете регулярно ТО, все масла такие, какие, согласно инструкции, и он у вас будет ездить долго, долго и долго, точно так же с организмом. Если же мы с вами об этом ничем там не думаем, вот так вот, знаете, это... Едим, что попало, потом у нас тут эмоции, потом мы переживаем за счет там кредитов и прочее, прочее, прочее. Особенно переживания. Кстати, я сейчас делаю, значит, четвертый том заканчиваю. И там про это очень много говорится, про работу сознания, как оно влияет. Вот. То это все влияет. Если же мы с вами нормально себя ведем, полны энергии, то ничего не надо делать, организм действительно сам справляется со всем. Далее вот продолжает, значит, Евгений Гитарный, значит, он говорит, думаю, причина вот этого гастрита нервы, но неверно что-то делал. Ага, фиг знает, скорее всего нервы. Вот, знаете, мы так говорим, просто нервы и все там, бля-бля-бля. И на этом все дело заканчивается. Не нервы, а эмоции. Эмоции означает волновать. В переводе. Волновать. То есть, что нас волнует? Эмоция. То есть, что-то мы увидим. Увидели то, что нам понравилось, там не понравилось. Что-то мы отвергаем. У нас сразу же возникает соответствующая эмоция. Вот этого я не хочу, этого я не буду, этого. Та-та-ра-та-та-та-та-та. То есть, у нас волнуется, смотрите, что вначале? Органы чувств нам предоставили информацию, которую мы восприняли вот таким вот образом. И у нас начала волноваться, в первую очередь, энергетика, которая дальше передается, значит, по нервной системе. А нервная система, она что делает? Она, значит, включает одни гормоны, отключает другие гормоны, то есть меняет гормональный, как бы сказать, там... баланс в организме из-за этого волнения, плюс человек представляет собой кусок мяса. Этот кусок мяса то тут спазмировался, то там спазмировался, тут не расслабилось, а там еще не отпустилось. И пошло-поехало. И реагирует наиболее чувствительно на вот эти все эти эмоции желудок. То есть, если мы не перевариваем какую-то информацию, которую нам доставили извне, то
либо не знаем, как к ней отнестись, то получается, что вот это вот все вот непереваривание информации отражается на несварении желудка. И оказывается отсюда, вот это вот 50 раз жевать, там все это естественные продукты, спать вовремя, все вроде бы человек делает, но он не умеет пользоваться своим собственным сознанием. Он чрезмерно эмоционален, чрезмерно ко всему так реагирует на все. И этого достаточно для того, чтобы вот эти вот эмоции разрушили все его здоровье. Вот так-то. Нервы, да, плюс после коронавируса спустя 4 месяца дало обострение на хроническую болячку, гастрит. Я стремлюсь к ЗОЖу, и не просто так, а вообще заметил, чем больше стремлюсь к ЗОЖу, тем более болею. Вот это тоже такой феномен есть, Значит, смотрите, человек чрезмерно вот начинает концентрироваться, сосредоточен на своем здоровье, как его улучшить и так далее, Вот оказывается, ко всему надо относиться разумно и достаточно. Потому что зацикленность на проблемах вот этого со здоровьем, на болячках, она начинает вот уже искажать наши, как бы сказать, психические процессы, которые у нас идут в сознании. Это начинает сказываться тоже на организме. Немножечко, как бы, не то что попроще будьте. Вы вот для себя как бы уяснили что-то и придерживаетесь слегка меня. А там что там я слышал, только что-то там 3 дня там он что-то изменил питание. Дело в том, что когда человек начинает, знаете, экспериментировать с питанием, продукты, которые он потребляет, требуют тех или иных ферментов. Более того, настройки микрофлоры. А это время. И когда человек только начинает себя перестроить, вот такие вот вещи у него возникают. И он думает, вот я вот думаю здоровым образом жизни заняться, начал капусту сырую есть с морковкой, с грецкие орехи есть, все же такое полезное. А у него несварение. У него несварение банальное. Ему просто-напросто несет, он на глазах тает, и какое там самочувствие. Все это надо дозированно, плавно, медленно. Прошу на мою целебную кулинарию, прошу почитать мои книжечки, можете послушать. То есть вот это хорошее вообще, вот Евгений Гитарный затронул вопрос. Просто-напросто, знаете, вот его надо подать соответственно, чтобы люди понимали, а что ж тут происходит с вами. Единственное плохо, что я в названиях видосов не указываю вот эти вот частности, поэтому желательно смотреть все. Ну кто ж смотрит, думает, вот у меня только желудок и все должно вот, только мне про желудок интересует, остальное меня не интересует. А там проблема, это просто уже проблема конечная с желудком, а все начинается вот здесь вот, у гулюва. Далее, продолжаем. Привет, скажите свое мнение по поводу такого рациона: завтрак с 6 до 7 нормально, овсянка, банан, семечки, черного тмина. Смотрите, значит, надо сначала съесть банан, потом овсянку, а вообще-то семена черного тмина выпили натощак, просто-напросто сколько там, 1/4 чайной ложечки взяли в рот, запили не жуя, далее едите банан. Он у нас пошел. Он у нас пошел, через желудок прошел и там переваривается. Вот, далее овсянка. Овсянка начинает, овсянку надо жевать, ничем не запивать. Вот, она у нас здесь начинает перевариваться в ротовой полости. Пошла тут немножечко в желудочке и потом туда. Если же мы с вами после овсянки съедаем банан, то неизбежно банан, не проходя в тонкий кишечник, где он переваривается, он начинает у нас пухтеть, он начинает у нас бродить, и, естественно, все эти бродильные процессы и так далее, и тому подобное,
приведут к порче нашего желудка. Вот отсюда и гастрит, который идет многими годами, считают хронически, и никак его не вылечишь, потому что его поддерживают вот таким вот неправильным питанием. Чтоб вы знали, обед с 12 до 13 нормально, суп из тыквы, кабачка, лук и томатная пасты, чуть соли, нормально, пойдет суп, если вы вот съели так, это, знаете, не спеша, так навернули. Суп желательно сделать, чтобы он у нас был такой густой, больше напоминал рагу овощное. Значит, дальше идет ужин с 18 до 19, кефир или йогурт, банан и семечки черного тмина. Так, смотрите, опять-таки, банан. Значит, смотрите, семечки черного тмина уже можно и не есть, семена черного тмина. Сколько их там можно есть? То, что надо, они уже делают свое дело с утра. Вот, значит, здесь съедается банан, а потом йогурт. Потому что если банан после йогурта, вот это все начинает замораживаться, как овсянка с бананом. Так, читаем дальше. Далее он про свою бабушку. Моя прабабушка 92 года прожила, питала организм 3 раза в день, утро, обед, вечер. Порции пищи были минимальны, она никогда не чистила печень. Завтрак 6, каша, обед, суп, мясной хлеб, творог, тра-та-та, порции высоты, отбой 21. Я уже, это опять-таки Евгений, видать, недавно влился в наш дрюжный коллектив, я уже рассказывал, что долгожители, естественно, не делали никаких клизм, чисток печени и так далее, так далее, так далее. Главное быть с природой на короткой волне. И тогда все будет нормально, без всяких чисток и так далее. Почему? Потому что организм самообновляющаяся система. Если так, то так будет. А если мы вот это вот всякую вот эту вот ерунду, да плюс еще с лекарствами. Здорово, Акчаря, кончились праздники. Богатырь, ты что ли, мамок, привет, будь здорово.